Добрий вечір, друзі. Це програма «Вперед, Миколаїв». Дякуємо, що ви з нами, і сьогодні поговоримо про таке. Баскетбольний клуб «Миколаїв» продовжує свою боротьбу за краще місце у турнірній таблиці української суперліги. Свій черговий поєдинок наша команда грала вдома проти Южненського «Хіміка». І зараз давайте переглянемо усі моменти цього неймовірно цікавого поєдинку. По стартовым минутам матча создалось впечатление, что «Химик» вышел на него слегка расслабленным, за что и был наказан. Наши баскетболисты полностью контролировали щиты и эффективно атаковали из-за дуги. Попытки Юшкина изменить ситуацию многочисленными заменами результата не принесли, если не считать 13 очков почти не промахивавшегося Сидорова. Однако в первом же перерыве наставнику гостей все же удалось внести необходимые коррективы, и команда стала намного надежнее действовать в защите. После того, как Иванов в дебюте второй четверти довел перевес Николаева до 12 очков, южнинцы предприняли ответный рывок и через 4 минуты уже были впереди. У наших перестали залетать дальние броски, и только Цыкалюк вел команду вперед. Его эффектнейший данк в контратаке завел партнеров, а Александр на этом не остановился и раз за разом приводил в восторг зрителей, вколачивая сверху в отрывах и на добиваниях. Хозяева площадки преодолели кризис в атаке, стабильно забивали после быстрого перехода из обороны в нападение и ушли на большой перерыв с трехочковым перевесом. В начале второй половины Цыкалюк продолжал доминировать в краске и подвел промежуточный итог своей феерии, отправив цель еще и трехочковый. Однако остальная команда не поддержала должным образом его порыв, и борьба пошла очко в очко. Предлагаем вам посмотреть последние решающие минуты матча. Что ж, обидное поражение в 2 очка, и наши баскетболисты за тур до финиша регулярного чемпионата занимают 6-е место в турнирной таблице. Ну, игра была очень в хорошем темпе, выполнили всю установку тренерскую, как по защите, так и по нападению. Ну, были некоторые, я считаю, недоработки в нападении, потому что в защите мы лучше справлялись. Ну, проигрыш, это... Не сильно приятно, но игра довольно была хорошая, потому я, в принципе, доволен игрой команды и своей игрой. Но не хватило минимума, чтобы выиграть это. Очень-очень печально, когда с такой командой и шансы на победу, мы не реализовали их. Мощный соперник, имеющий опыт игры в Еврокубках. И наша задача сегодня была не уступить им по скорости принятия решения. Это прежде всего... Специально подбирались комбинации, которые позволяли динамично передвигать мяч по площадке, потому что соперники действительно хорошо играют и в защите, и хорошо поставлено нападение. Вот. Что не получилось? Ну, может, опыта не хватило, чтобы вырвать эту игру, взять эту победу. Такі справи у нашого баскетбольного клубу. А ми перейдемо до футболу. На минулих вихідних відновилася першість України з футболу у першій лізі. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» розпочинав цю частину першості матчем у Полтаві проти місцевого клубу. Перед стартом второй части чемпионата команда провела встречу с болельщиками и представителями прессы, на которой обсудила с футбольной общественностью города насущные проблемы клуба и представила новичков команды. Ими стали защитник Дмитрий Сартина, предыдущая команда «Гелиос», полузащитник Игорь Гордя, который перешел из кременчугского «Кремня», а также два воспитанника николаевского футбола Валерий Рогозинский и Валерий Сторублевцев, которые должны помочь нашей команде в матчах второго круга.
А уже 26 марта МФК предстоял выездной матч с Полтавой, который мог и не состояться из-за качества газона на стадионе хозяев. Но в итоге матч все-таки состоялся в селе Копылы в Полтавской области, где, собственно, находится база полтавчан. Что же до самого поединка, то матч начался преимуществом нашей команды. Берко отдал передачу на Батюшина, Юрий сместился в центр и пробил. Вратарь хозяев на месте. Затем момент у Берко. Удар со штрафного, вновь вратарь на высоте. Ну а на 30-й минуте случился, пожалуй, ключевой момент игры. В борьбе в чужой штрафной площадке правила нарушил Сикорский. Да так, что арбитр после совещания со своим ассистентом показал Игорю красную карточку за отмашку. Николаев остался вдесятером. Свое численное преимущество Полтава реализовала уже во втором тайме. После прохода по правому флангу последовал навес в нашу штрафную, Чумак не дотянулся и Семенюк забил, как оказалось, решающий мяч. Несмотря на меньшинство, Николаев все же старался отыграться, но реализовать свои моменты не удалось. 1-0, победа Полтавы. Честно, мы могли выиграть эту игру, не начиная, если бы пошли на принцип и хотели бы просто победу без игры, потому что мы все понимаем, что это поле не соответствует регламентным нормам, и мы могли где-то до последнего бороться за то, или мы играем на нормальном стадионе, или мы не играем вообще. Но я сказал, что мы будем играть на любом поле, только с натуральным газоном. Поэтому мы пошли навстречу, и как бы не начали что-то придумывать. И я считаю, что кто сильнее, надо доказывать на футбольном поле, а не за его пределами. Ну, возможно, за это и поплатились, в том плане, что наша команда, она играет больше флангами, широко, с проходами через фланг передачи, а получилось так, что поле уже и большое количество футболистов на маленькой площади футбольного поля где-то привело к тому, что по большому счету игры не было. Очень обидно за удаление, тем более в начале игры, и как бы хотелось сыграть бы в полных составах и определить победителя. Що ж, не самий кращий старт, але вже цього тижня наші футболісти вдома будуть намагатись зробити все можливе для того, щоб здобути перемогу. Ми, звичайно, будемо вболювати за них вперед, Миколаїв!